С утра руки трясутся, как после запоя. Друзья, всем здравствуйте. А вы на канале Угалюнь Деревни. Всех приветствую. Всем доброго здоровья. Так, у нас сегодня... Так, ладно, сейчас скажу. Деревня находится Тамбовская область, Староюрский район. А то все спрашивают. У нас ночью был такой ураган, такой ливень. Я даже вышла, телок стоял под навесом. Даже телка заводила в сарай по темноте. Жалко, а то, говорю, спать не буду. Вот. И так похолодал. Вчера день такой был теплый. Я все горшки свои убрала, все поубирала. Все позаносила в сарай, землю повысыпала. Все почти убрала, остался на игрушки еще занести. И тогда все, и останутся розы. Ну, под розы я вон рядышком повысыпала из горшков землю. Вон, стоят. Тогда, если что, можно немножко землю этой прикрыть и все. Так, ну а я сейчас буду делами заниматься. Вот и они все сидят, ждут меня. О, вокруг меня бегать, я даже не могу снять его. Один удра. Два. Он дружок. Вот вы представляете, еще купила. Вот тот раз два тюбика. Я ему вылила на горбушку. А теперь три купил, вылила. И все равно чешется, не знаю что. Цепь запуталась, надо его это распутать. Так что вот такие у нас делишки. На улице грязь там. Так, ну я пошла. Скотинный уборка. Дождик был очень сильный. Вы посмотрите, сколько воды натекло у курей в корыто. Вообще сильный был. Сейчас мы цыплят откроем. Ветер вообще ураган. Ураган сильный. Выходите. Выходите. Цыпа, 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 цыпа. Ну выходите, что боитесь-то? Так, а сейчас кури открою. Вон, тачка стояла. Вы посмотрите, сколько воды. Сейчас мы ее опрокинем. Уйди, лезешь под это. Тех, блин, надо было подальше тогда. КСО. Персик. А персик. Блин, надо было немножко подстараться. Так, выходите. Очень сладкие. Были бы сладкие, можно было их. Тут не очень зимние. Ой, вы поглядите, какие красивые. Ой.
там еще дофига их. Девочки, вы там пишете про поросенка, чтобы бросили на землю. А как вы представляете на деревяшке упалить, чтобы деревяшка загорелась? Полим на земле, а потом подкладываем, моем на чистом уже. Вот лежал шифер, железки. Как одна кто-нибудь напишет, и все начинают. Нать вам яблоко. Тихо, тихо. Вот, скажешь, круглый яблок не режу. Погрызу. Он кусает уже. Слышишь, хрумкает? О, откусил. Так, а что же у нас здесь на завтрак? Вы так завтракаете или обедаете или ужинаете? Гречка с маслицем сливочным. Ой, уронила. Яйца, сыр плавленый. Хлебцы любимые мои. Ну и, конечно, как без кофе. Кофе с молоком и с коньяком. Так что, друзья, приятного всем аппетита. Приступаем. Так, а вы, наверное, уже сделали генеральную уборку в своих квартирах, в домах. А я еще нет. Только начинаю. Сегодня на улице ветер. Правда, солнышко, но ветер сильный. Можно было, там у меня осталось еще два окна. Можно было помыть, но... Буду в комнате здесь копаться. Начала рассказывать, на телефон звонок поступил. Спрашивают, вы яйца продаете? Какие яйца, блин? Сейчас уже и осень, они мало несутся. Да и себе, и детям надо собрать. Яйца продаю. Так что сейчас приступаем. Помыть окно. Вроде солнышко на улице, да? Но холод, пипец. Помыть окно. Помыть карниз, вытереть. Помыть люстру. Одной лампочки нет, надо купить лампочку. Помыть на шкафу. Помыть зеркало. Ну, вы знаете, что такое генеральный уборка, что во всех уголках надо мыть. За комодом. За диваном. За креслом. Ну, часа два, наверное, точно уйдет, если не больше. Я так копаюсь. Ну вот так. Так что, друзья, я приступаю.
Давай, давай, давай. Так, дорогие мои, навела я в одной комнате порядок. Во всех уголках, везде все. Ну, сами видели, все везде помыла. Все. Так, ну не успеваю я погладить шторку и повесить. Теперь как приду с прогулки. Сейчас скотинная уборка. Я даже еще подлокотники вот почистила у дивана. Тот раз выписал на Валберсте. Вот и тут, прям тряпка была грязная-грязная, так немножко. Вот. И это, пол притерла. Ну, сейчас скотинная уборка, потом не успею я, потому что уже время 25-го, сейчас пойду убираться, а потом на прогулку надо. Ну все, у вас, небось, во всех комнатах чистота, а у меня только в одной. Но я бы не сказал, что грязно, так... Не очень. Прям, чтобы вот грязь-грязь была. Нет. Так что вот так вот. Ну, все, я пошла убираться на вечер. Ну, вот, помыла окно. Вы посмотрите, кошки притолкли всего. Вот в воде этих кошек. То мухи, то кошки. Персик, ты зачем натавлакал на подоконнике, а? Да им пофигу. Хоть им говори, хоть не говори. Солнце прям в глаза. Ветер немножко стих. И сразу теплее как-то стало. Да все равно ветер. Вон, все бегут. Все спешат. Услышали, что я вышла. Сейчас иду. Сейчас вас кормить всех буду. Где нет третьего? Гречку, картошку, мятку. Правильно? Я кормлю или опять неправильно? Вон, только в одну чашку положила. О, видите? Приятного аппетита вам, мальчики. На прогулку не пошла. На улице дождик. Начался. Сразу как пасмурно стало. Вроде там небо чистое. Все черное, и дождь идет. А там вроде солнышко садится хорошее, закат хороший. Ну ладно, не пошла, пойду шторку гладить да вешать.
Слышь, соседская собака, как у день брешет, воет что-то. Вообще. Так, ну все. Повесил шторку. Нормально. Чистая прям такая стала. Так, вот и закончился еще один день из октября. Ну, слышите, воет. Какой день уже вот? Даже прям жутко, нас окно приоткрыто. Вообще. Так, друзья мои. А я всем говорю пока-пока. На этом я заканчиваю свое видео. Вообще. Ну все, всем добра, здоровья, мирным нам небо. Чтобы всех и нам, и вам, чтобы у всех все было хорошо. Все, а я говорю вам пока-пока.